Решил вписаться. Меня подтянул. Это ведь фильм про женщину, да, которая так или иначе оказалась в криминальной среде, и причем не просто там существовала, как это принеси и подай. Тебя эта крыса прогрузила, да? Ты что, совсем дурачок? Она же конченая. Малыш, не гони лишака. Есть такие сильные женщины в преступном мире, и я хочу сказать, они необыкновенные. Это очень страшные женщины. Ну, в каком понимании страшные? Они прекрасны, они необычные. Это очень сильные женщины, которые могут вот так вот свести с ума парня запросто, который поднимет пистолет против. Это очень может быть. У меня приходилось встречать таких женщин, и я хочу сказать, прямо лучше держаться от них подальше, действительно. Фильм «Чужая» очень реалистичен, на самом деле, очень правдоподобен.